Глеб Николаев спрашивает, как я могу распоряжаться записью, которую я делаю с видеокамеры, установленной мной в подъезде возле своей двери. Если я это делаю для того, чтобы на своем мониторе увидеть, кто ко мне пришел в гости и не открыть злоумышленнику, да, то, безусловно, здесь ничье право на охрану частной жизни не нарушается. Если я эту видеозапись потом там выкладываю в интернет, если эту видеозапись, не дай бог, кому-то продаю, а что я какой-то монтаж, безусловно, с участием там иных соседей, которые попали в мой объектив или вообще других лиц, безусловно, здесь начинается уже защита охраны частной жизни и нарушение этого права. Наталья Сенченко из Красноярска описывает ситуацию. Подала документы на приватизацию. Прошел месяц. Ответа все нет. Что предпринять? Вопрос о приватизации жилых помещений должен быть разрешен администрацией в двухмесячный срок. То есть через 2 месяца у вас на руках должен быть документ, в котором указано основание для приватизации. Вы оформляете соответствующую приватизацию уже в органах Росреестра. Либо основания для отказа, которые вы уже более буквально изучите, более сможете квалифицированно, то есть сможете более конкретно задать вопрос и получить более квалифицированный ответ. Поэтому в любом случае, если в течение 2 месяца с момента вашего обращения вам не был выдан какой-либо документ по результатам рассмотрения заявления, вы можете даже этот момент уже обжаловать в суд, что в течение 2 месяца какой-либо результат по приватизации вы должны были получить. Роман Карнаухов просит помочь. Мы с хронически больной мамой живем в маленькой комнате в общежитии. Могут ли нас признать нуждающимися в улучшении жилищных условий? Если членом семьи является человек, который болеет хроническим заболеванием, в результате которого совместное проживание с этим членом семьи становится невозможным. В таком случае, да, гражданин также обращается в администрацию, прикладывают соответствующие документы. Если действительно документы, то есть само заявление как бы оформлено, все нормально, он будет признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет поставлен так называемую очередь и будет ожидать, когда же ему будет предоставлено социальное жилье. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.